Скажите, почему пьяный-то передвигаетесь по городу? А стоит не крутить, я, наверное, еще больше надо. Посмотрите тогда коротенько. Перед нами проехал через двойную сплошную, остановили человек неадекватный, глаза стеклянные, поведение вообще агрессивное. Задержали, усадили, все вызвали сотрудников ГИБДД. Он один в машине был? Нет, двое, вот рядом с ним друг стоит, сзади вас. Он как-то проявлял сопротивление? Конечно, ну поэтому в наручниках и находится, что проявлял сопротивление. А вы ехали не по вызову? Нет, мы так передвигались, в левой крайней полосе. Где он через двойную сплошную нас обогнал, находит на подписи Toyota. Где вы представьтесь? Старший сержант Свиридов. 6-я рота полиции городского полка управления. Спасибо.